Итак, друзья, Hyundai Santa Fe Classic не работает вентилятор печки, а точнее работает на максимальной скорости, то есть на четвертом режиме при любом расположении вот этой ручки. Что произошло? Значит, сломался регулятор скорости, который находится в бардачке. То есть не в бардачке, а в его глубине. Там нужно снять защиту. И вот мы видим здесь вот этот регулятор. Его, значит, выкручиваем два болта. Снимаем разъем. И вытаскиваем его. Друзья, вот мы видим этот регулятор. И вот мы видим поломку. Стандартная проблема у всех Hyundai Santa Fe — это вот это вот отпаивается, вот этот контакт. Не знаю, может, перегревается. В общем, паяем его, чистим радиатор и ставим обратно. Так, значит, припаял контакт. Вот видно, вот этот контакт был отпаянный. Все красивенько припаял, все остальные контакты. А почистил его. И теперь устанавливаем. На самом деле не очень удобно его устанавливать, также не очень удобно его снимать. Вот мы его туда поместили. Ну что, друзья, все, ремонт состоялся. Печка работает на всех скоростях.